Ситуации. А обеспокоенных людей интересует только одно. Справится ли их новое руководство с нелегкой задачей сохранения достойного места страны на политической карте мира? Вице-президент страны и 4 члена кабинета убиты. Ранено 13 военнослужащих и 20 мертвых. Ничего вам нечто? На рассвете мятежники окружили правительственные здания. Государственные флаги и рабочие были сорваны с президентского дворца и здания парламента. Подробности мятежа пока неизвестны, но по нашим сведениям, президент страны Вагабагин и его основные помощники взяты в заложники. Бонжур, мсье, вы являетесь членом нашего вип-клуба? Есть жертвы. Разрешите ваш посадочный талон и карточку клуба. Простите, сэр. Это закрытый зал ожидания, вам лучше спуститься вниз. Осторожно! Пожалуйста! Пожалуйста, телефон! 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 Да, конечно! Пожалуйста! Как только смогу! Пожалуйста!